Валерия Макдьяша, актера из Молдовы, исполнителя скандальной роли гастарбайтера Джамшута в телешоу «Наша Раша» на канале ТНТ нашли в приюте для бездомных под российским городом Пятигорск. Валерий Макдьяша стал бомжом несколько лет назад, когда, согласно утверждению самого актера, по пути в банк у него отобрали сумку с деньгами. После этого он жил то на улице, то в чужой квартире в нечеловеческих условиях, среди фекалий, хлама и мусора. Валерий Макдьяша стал известным именно ролью гастарбайтера из Таджикистана Джамшута в телепередаче «Наша Раша». Эта роль принесла актеру и славу, и деньги. Он рассказывает, что за съемочный день ему платили 1000 баксов. Но счастье было недолгим. В 2018-м стало известно, что мужчина бомжует. На улице Макдьяша оказался, решив продать однокомнатную квартиру, положить деньги в банк и потом купить двухкомнатную квартиру. По дороге в банк якобы артиста ограбили, забрав все средства, он попал в больницу, а после стал скитаться по улицам. С тех пор имя Макдьяша почти не мелькало в СМИ. А некоторые друзья и вовсе думали, что его уже нет в живых. Как выяснилось, некоторое время назад Валерий Макдьяша жил на съемной квартире, начал выпивать и дебоширить. Условия в том жилище были ужасные, повсюду фекалии, бутылки из-под алкоголя, хуже, чем бомжатник. Помочь решили волонтеры реабилитационного центра, узнав, что бывший комик находится в беде. Об этом в передаче «За гранью» на телеканале НТВ рассказал активист Валерий Файник. Макдьяша забрали в центр, где живут такие же бездомные. «Это не последний мой шанс, а единственный. Я убираюсь, начищаю все, в особенности кухню. Спасибо всем, ведь мы питаемся натуральными продуктами, имеем свое хозяйство», признался в программе «За гранью» 70-летний артист. Печалит Макдьяша то, что с ним не общаются родные, дочери и внуки. Истории о Равшане и Джамшуте несколько лет крутились в телепрограмме «Наша Раша». Эти истории в Таджикистане посчитали оскорбительными, и даже парламент республики обратилась к российским властям запретить эту передачу. В итоге ТНТ перестал снимать истории о гастарбайтерах Равшане и Джамшуте, а один из исполнителей в конце стал бомжом. Многие в Таджикистане восприняли новость о том, что исполнитель роли Джамшута превратился в бомжа, беучастно. Некоторые, вспоминая его издевки над гастарбайтерами, считают, что Макдьяша пожинает то, что сам посеял. «Бог наказал его», — написал один из пользователей.